сегодня матч получился гораздо интереснее, чем вчера. Был довольно высокий уровень жесткости, и счет его совершенно не отображает. Девчонки молодцы, сегодня играли хорошо. Я думаю, что для нас, ну, для тренерского штаба есть хорошая возможность проанализировать те моменты, которые мы пытались отработать в тренировочном процессе, и посмотреть, как девчонки с этим справились, чтобы в будущем мы могли понимать, с кем мы можем двигаться дальше. Я могу сказать, что команды хорошие в любом случае, как бы они ни играли. У нас было преимущество в росте, в физической силе, в принципе, по технике, тактике. Вот. Но в любом случае спасибо девчонкам за то, что согласились провести с нами этот турнир и показали все, что они могут. Мы сегодня неплохо сдержали прессингом, убегали достаточно много в быстрый отрыв. В принципе, по тактике тоже были хорошие движения. Мне кажется, что сейчас, на третью игру, мне удалось проявить себя с лучшей стороны. Мне очень понравилась моя защита. Конечно, не без ошибок, но для этого мы и тренируемся, чтобы становиться лучше. Конечно, я чувствую улучшение. Мне кажется, что за этот месяц я сильно прибавила в защите. Несмотря на физическую усталость, мои физические качества улучшились. Вот. Чувствую себя сильнее. С Александром Львовичем мы работали плодотворно. Хоть мы и не играли на тренировках, у нас не было спарринга. Тут мы проявили себя, я думаю, хорошо. Эти игры нам очень пригодятся в будущем. Мы набрались очень много опыта. Нужно двигаться вперед, не останавливаться и обязательно развиваться. И не только развиваться именно в плане с командой, но и индивидуально, потому что работы у девушек, я думаю, еще достаточно много над собой надо проделать. Вот. Поэтому я думаю, главным напутствием будет именно это, чтобы они уделяли время именно индивидуальной подготовке и работали над собой непрестанно.